это не имеет отношения к религии, к религиозным изображениям, к Деве Марии или там к другим возражениям, которые могут возникнуть у глубоко верующих людей. Это просто арт. Арт был создан для того, чтобы помочь украинцам вылезти из этой ситуации, в которую мы попали благодаря нашему соседу. Предназначено все это мероприятие для сбора средств на восстановление Украины. Насколько я увидела по их предоставленным данным, они собрали уже более 2 миллионов долларов. Площадь рисунка 160 квадратных метров. Приступили к работе мы в четверг ночью. Обычно просто сам набросок делается ночью с проектора. И затем уже, как вы видите, сегодня будет завершение работы.